Позвездим, поукаем. Ритуал спонтанный, эфир спонтанный, да? Погадашки. Можно задавать любые вопросы безоплатно. Безоплатно. Кто к нам присоединится, пожалуйста, любой вопрос простой. На один простой вопрос могу подсказать. Это можно спросить на наличие негатива, например, есть ли что-то, что вам портит жизнь или уничтожает просто, может, какую-то сферу, да, где-то что-то не получается. Либо наличие магических способностей, либо продастся ли там дом, купится ли машина, ну и так далее. Придет, не придет, любит, не любит, ну и прочее, прочее. Но простой вопрос, то есть подразумевающий по правилам русского языка ответ «да» или «нет». Вот так сегодня абсолютно безоплатно. Безоплатные полностью эфиры у меня проводятся теперь без предупреждения. Да, здравствуйте. То есть я исхожу из того, что кому кармически необходимо узнать ответ, тот этот эфир найдет. Ну, а остальные, в общем-то, не интересуют в этом случае. Вот так. Пожалуйста, задавать вопросы можно. Я единственное себе это все тогда буду фиксировать, да? Потому что мне нужно 100 человек в этом году, 100 человеком ответить безоплатно. Единственная просьба – 10 лайков. Вне зависимости от того, понравился вам ответ, не понравился вам ответ. 10 лайков под любыми моими постами. Если будет возможность, то и краткие 4 слова и более комментарий. Прояснил я вам ситуацию или нет? Здравствуйте, погадашки. Задаем любые вопросы, получаем на них ответы прямо в режиме онлайн. Пожалуйста. Да, напоминаю, завтра у нас денежное полнолуние. Завтра мы... Что мы делаем? Мы привлекаем средства. Кому нужны, можно обращаться ко мне в директ, я напишу условия. Напоминаю, что делается этот ритуал для, ну, если по-умному, это дважды в месяц, новолуние и полнолуние. То есть имеется в виду лунный месяц, да? И энергия ритуала имеет накопительные свойства. Вот, если там что-то интересно, можно уточняющие вопросы тоже в директ. Если не интересно, ну, значит, не интересно. Если вопросы есть, вам что-то хочется узнать, надо, а нет, можно сделать такой вот расклад. Оправдает ли проект ваши ожидания, Оксана? Только, пожалуйста, Оксану я знаю, вот, что ее так зовут. Прежде чем задаем вопрос, мы указываем свое имя и период, в течение которого вас интересует, ну, этот ответ, да, или искомое, так сказать, событие, или, вернее, не искомое, рассматриваемое событие. Поехали. Проект, в который вы зашли, оправдает ли ваши ожидания? Знаете, да, там, я понял, 3 месяца, но я уже как бы не глядя туда. Человек, тот мужчина, который руководит проектом, весьма, как сказать там, умеет считать деньги. Прям вот умеет считать, не тратит их зря. В целом будет неплохо. Возможность, ну, как бы качественного вашего перехода. Я не исключаю, может быть, повышение, в каком смысле повышение, ну, может, статус повысится, да, или вот, как сказать, должность какая-то, ну, вот тоже статус, да, если должность, ну, вот что-то такое, новая информация, новые силы, новые возможности, ну, такой вес наберете, энергетика станет прям вот такая тяжелее, да, в хорошем смысле тяжелее, ну, вот так, так что да,
Я сейчас еще тут проверю. Да, как обновление пути. Так что занимайтесь. Занимайтесь. Для подстраховочки я бы вам советовал завтра в ритуале поучаствовать. И вообще как-то не упускайте такие вещи. Они очень хорошие, очень рабочие. С тонкими планами не надо терять отношения. Вот, если еще какие-то... Да, только единственное, по годашкам вот таким, только один вопрос безоплатно. Вот. Хотя, если кто-то хочет донатствовать, номер телефона МТС указан, можно любую сумму перечислять просто на него. Как оплата за услуги связи, без всяких карт. Так, здравствуйте. Сегодня погадашки абсолютно безоплатные. Один вопрос можно задать безоплатно, я отвечу. Один простой вопрос, на да, нет. Любит, не любит, да? Все хорошо. Если вы решите донатствовать, я не против. Если я рекомендую вам поучаствовать в ритуале. Вот рекомендую. Это не те расходы, которые как бы делают погоду для вас, в смысле вашего ухудшения финансового, да, состояния, но очень могут помочь для привлечения больших ресурсов. Итак, если есть вопросы, пожалуйста, у кого-то сегодня безоплатно. Да, пожалуйста. Номер у вас другой. У вас другой номер. Поэтому уточните. Там 4 последних цифры один в один. Но это другой номер. Тот, который у вас, 928. А тот, который я прошу иметь в виду, начинается на 918. Успеваете до 3 часов завтрашнего дня. В директ просто обозначьтесь мне, или да, в директ, или в телеграм-канале, если вы у меня там, по-моему, тоже есть. Но только лично мне, там без, как не, ну это наша личная переписка будет, да, это зачем остальным видеть. Ну или в директ, в инстаграме, если. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросик, то, ну что, задавайте, на да, нет, безоплатно сегодня. Я не буду предупреждать заранее о безоплатных просмотрах. Я считаю, что кому кармически это необходимо, тот меня найдет в таком эфире, случайном, спонтанном для него, да. Вот, если это не нужно человеку, значит и не найдет. Значит, где-то в другом месте что-то узнает, посмотрит, почитает, там, потусит и так далее. Вот. Пожалуйста, если вопросы еще какие-то есть, то можно задавать. Можно задавать. Неужели все? Неужели только один вопрос? Я тут звездю. Вот хороший фильтр мне понравился, думаю, пусть будет. Где люди? Что люди вообще делают в выходные? У меня просто выходных... Как бы нету так, они такие размытые. Есть время отдыха в течение дня. Наверное, такие выходные. Вот. Поэтому мне отвык я уже от таких вот от режима, ну, привычного для многих, да? Когда есть там 5-2 или там 2-2, ну, разные схемы. Клиенты мне разные называют там эти варианты работ, вернее, трудовой деятельности. Вот. Если вопросы есть, пожалуйста. Я для этого, собственно, вышел. В сторис там есть информация по ритуалу. Там мы готовимся. Мы... Место на алтаре ограничено. Имеем это в виду. У нас, тем более, собирается, ну, несколько человек. Практиков я имею в виду. Поэтому каждый со своими и... Ну, не резиновая, что называется, да, потому что пространство, в принципе, должно быть единым. Наталья, приобретете ли вы эту машину? Нет, знаете, это несколько некорректный вопрос. Приобретете или не приобретете, может быть, знаете как, дело хозяйское. Давайте так, будут ли у вас средства для приобретения автомобиля, потому что силы могут дать, допустим, человеку по его запросу там деньги на что-то. Да, но у человека раз и изменились приоритеты, он их потратил. И получится, я соврал, да? Вы не купите, вы купите и возьмете квартиру, еще одну какую-нибудь, и все. А машину опять не купите, и буду я виноват. Поэтому так, будет ли у вас достаточно средств для приобретения автомобиля в этом году?
Средства и возможности, да. Средства и возможности Натальи. Будут ли позволять ей приобрести в этом году машину? Автомобиль. Ситуация несколько неясная в каком смысле. Вы знаете, что необходимо делать, ну, чтобы деньги были, да? И, в принципе, это правильный путь. Вот при определенной активности, да, мы понимаем, что между попой и диваном доллар не пролетит. Это есть. Я, знаете, какая-то у вас есть опасность. У вас... Это связано с мужчиной. И вот, вот это, эти отношения могут как-то, ну, испортить. То есть вот здесь внимание нужно, вот знаете как, смотреть за окружением и не допустить вот того, что это, этот мужчина может быть помехой. Я не скажу, что это прямо вот какой-то партнер, да, обязательно. Но это человек с амбициями однозначно, с возможностями, он просто может вас переключить на что-то, на другое. Вот такая вероятность есть. И опять же, здесь, знаете, у него, я не могу сказать, что это будет, что-то по вам информации столько дают, я не могу сказать, что это будет вот абсолютно прозрачный для вас какой-то проект. То есть он будет рискованным. Поэтому деньги лучше держите в доступном для себя месте. Вот так. Не надо ни от кого в этом смысле зависеть. Вы движетесь правильно, деньги будут. То есть деньги на машину вы найдете. Так, может там, не будем уточнять, да, прямо вот на ту, которую вы хотите. Это Rolls-Royce Phantom, новый, ну и так далее. Так, но будут. Тогда, пожалуйста, 10 лайков, не забываем. Люди забывают сразу, там, 10 лайков под любыми постами. Можно комментарий оставить под, ну, под этим видео, я его сохраню, или, ну, если не забудете. Так, посмотрите, есть ли поклонник Евгения. Давайте смотреть, есть ли поклонник у Евгении. Так, это у меня была Наталья, я вас тоже себе в карму записываю. Мне 100 человек надо набрать к концу года. Я как-то об этом забыл. Я за первый месяц очень немало набрал. Месяц-полтора даже, да. А потом как-то вот... Так, Евгения. Ну да, безусловно. Безусловно. Не создаем кармических привязок друг с другом. Ни к чему. Потому что кармические привязки с нами, они нехорошие. Так, я тем, кто присоединяется к эфиру, скажу, что сегодня эфир спонтанный. Почему? Потому что безоплатная сегодня, безоплатные погадашки, и, соответственно, можно все узнать, но только один вопрос задаем. Надо нет, простой вопрос, Евгения. Итак. Я не назову это прямо поклонник. Человек, ну, присматривается, скорее так. Когда, как в голове крутит, но я не назову прямо что. Поклонник, я просто хочу предупредить, что не исключено, как вам сказать, что неоправданные надежды. Вот такое идет. Неоправданные надежды не исключены. Сейчас вам лучше эмоционально стабилизироваться. Вот прямо рекомендация сил. Не делать резких движений, ни в каком этом смысле, да. Просто эмоционально стабилизироваться. Вот себя так, ну, восстановить. Осмотреться. Вот просто взять такой тайм-аут и просто осмотреться.
Вот, не предпринимая шагов никаких. Вот так. Так, если сегодня есть какие-то у кого-то вопросы, пожалуйста, можно спрашивать. Сегодня смотрим безоплатно, но донатствовать при желании можно, телефон указан. Любой вопрос на любую, из любой сферы жизни, на да нет. Погадашки спонтанные, я о них не предупредил, я просто вышел в эфир. И считаю, что кому кармически суждено, да, узнать ответ. Да, вот выходите из такого раздрая внутреннего, гармонизируйте себя, так успокойтесь и переключитесь просто на что-то, какие-то другие вопросы решайте, и все так будет проще. А потом уже как бы оно само и щелкнет, да. Если что, всегда можно уточнить, обращайтесь. Итак, у кого есть вопросы? Кто у нас еще есть? У нас потихоньку будут люди или не будут? Так, надо, нет, отношения, работа, деньги, продам, куплю, что еще спрашивают люди? Ну, как правило, это поступит, не поступит, если про детей. Но спрашиваем желательно про себя лично, да, про супругов, да, про детей тоже можно, про родителей нет, без их согласия нельзя. Вот, ну, если исключают только случаи, когда подозреваете наличие магического негатива, на это, в этом случае я смотрю. Ну и все, про того, скажите мне, вот есть у мужа любовница, зовут Маша, вот что там про Машу, нет. Про Машу нельзя говорить, про мужа можно, про Машу нет. Такие правила. Но через просмотр мужа можно узнать и про Машу. Достаточно. Итак, есть ли вопросы? Если вопросов нет, а их, по-моему, уже нет, и люди потихоньку у нас получили необходимую для себя информацию и ушли обдумывать, то, наверное, этот стихийный, спонтанный эфир будем считать закрытым. Хороших выходных, да? Или кто-то присоединяется, или просто эта сеть так пляшет, и я не понимаю, кто меня смотрит, кто уже ушел. Если есть вопросы, пожалуйста. Цель эфира – это ответить, прояснить какую-то ситуацию тем, кому интересно прояснить, конечно. Так. Так. Итак, раз, два, три. Если вопросик есть, просто мне плюс поставьте, я подожду, пока вы его напечатаете. Так, Анжела, 27. Будет ли хорошая работа в этом году? То есть так, Анжела, я предлагаю несколько перефразировать, потому что работа – это не дождь. Да? Вы вышли на улицу и раз, и хорошая работа. Нет. Ее надо искать. То есть вы прилагаете усилия, да, и вот тогда удастся ли вам найти, ну, хорошую работу, да, ту, которую, или так, хорошая тоже оценочная категория, ту работу, которая вас будет устраивать, да, которая будет устраивать. Какая перспектива, вот так, Анжеле, найти искомую работу, которая будет ее устраивать. И вы указываете в этом году, да? Или какой период? Да, здравствуйте, Оля. Да, в этом году. Давайте смотреть в этом году. Активность действий необходима. Будет непросто. Вот прямо не просто конфликтно, нужно будет доказывать свои идеи. Разочарования неизбежны практически, понимаете? То есть довольно, скорее всего, ну, вот не по накатам, вот не гладко. Прямо не гладко. Я не исключаю, да, что предложение будет неплохое. Старайтесь только все однозначно, вот формальную сторону соблюдайте очень четко. Все, что требует, где бумаги предполагаются, прямо вот пунктуально все читать и досконально. При таком раскладе есть риск испортить. То есть служебные романы однозначно нет. Вот просто. Иначе это... То есть может даже в том случае, если будет казаться, что это вариант, нет.
Вот просто нет. Потому что испортить вот именно ту сферу, которая работы касается, легко. И в общем, да, на итог, да, получится. Но, опять же, активная очень деятельность. Прямо вот скрупулезно вы прикладываете усилия для того, чтобы найти. Так, нужна ли помощь отцу? Тогда вот так мы уточним. Хорошо. Да, 10 лайков не забываем сегодня. 10 лайков в оплату мне под любыми постами. Ну или кто вообще все мне заставил, просто 3 комментария тоже под любыми постами. Не менее 4 слов, не считая смайлов. Смайлы не считаются. Поехали. Значит, Сергей, Наталья. Все ли в порядке? Так, нужна ли помощь Ольге, отцу Сергею, поясните, пожалуйста. Сейчас Анжелу запишу, а то я забуду опять. Забываю вечно. Вы не улучшите, понимаете, Ольга, вот вы, то есть, что я хочу сказать, ваше участие его ситуации вот принципиально не изменит. Он занят своим, он пребывает в той системе ценностей, которая ему там, даже когда не очень ему хорошо, но она для него логична и комфортна ему в этих условиях, понимаете? Он решает, что называется, эти проблемы, ваше участие непосредственно, вот, но нет. Вот я не могу сказать, что вы что-то, да, ну не надо. Может быть позже, но не сейчас. Вы ему не сможете помочь. Вот, то есть ваше видение, как ему должно быть, когда ему, по идее, с вашей точки зрения хорошо, да, его восприятие ситуации не совпадают. Поэтому вот нет. Пусть там что-то, какие-то вещи фантомные, пусть там депрессии не нравятся, но вот как бы это его мир. У него есть право на свой мир, поэтому, ну нет. То есть помощь когда хороша, когда ее просят, да, когда ждут. Вот так. А когда помощь не просят и помогающий иногда может, ну, сделать недобро человеку. Итак, если есть вопросы. Если есть вопросы у нас. Так. Ну, вот и пригодился я, стало быть. Вот и хорошо. Поэтому, если да, еще какие-то вопросы есть там, но по одному вопросу. Вот в рамках вот таких спонтанных эфиров по погадашкам мы смотрим только по одному вопросу безоплатно. Вот. Поэтому, да, вы пока, ну, сами разберутся. Если еще, где, что, все, что ли, сегодня, да. Можно только один вопрос безоплатно, да. Если просто погадашки, то 200 рублей стоит в погадашках у меня обычно в последнее время. Если это устраивает, можно задавать. Вот. Оплата очень просто на телефон, который там на 918 у меня начинается. В каждом посте, вот в последних, по крайней мере, он указан. Просто как оплата за услуги связи. Без банков, без карт, как абонплата.
Если еще вопросы есть, пожалуйста, где люди? Никому ничего не надо. Значит, сегодня кармически так. Да? Не будем тогда искусственно затягивать эфир. И что? Хороших выходных. Кстати, который час? Я что-то так... Напоминаю, завтра денежное полнолуние. Можно поучаствовать в ритуале в нашем. Я в сторис выложил информацию определенную. Да, пожалуйста, можно и так. В сторисе есть информация по этому ритуалу. Можно присоединиться в директ до 15 часов ко мне, если на меня выйти, то мы для вас тоже поработаем. Ритуал направлен на привлечение денег. Ритуал имеет накопительный эффект. Делается оптимально два раза в месяц, лунный, новолуние и полнолуние. И, соответственно, он призван качественно изменить вашу жизнь, уровень доходов. Здравствуйте. Сегодня можно задать один вопрос безоплатно. Так, смотрим, что там Александр у нас. Сейчас точно нет. Я даже сейчас поясню. Мне интересно. Минутку. Прямо минутку. Как-то информация такая интересная. Нет, все-таки скорее нет. У него какие-то финансовые вопросы. Он что-то будет решать. То есть вот он на этой волне будет, понимаете? Поэтому, ну нет, скорее. Я к этому склоняюсь. Вот, если все. Не надо. Правильно, не надо. Отпускайте эту ситуацию. Не создавайте поле такое вот. Тут такое, может это, знаете, еще сыграть такое довольно агрессивным ожиданием. Вот, что вот напряжение вносить, да, не надо. Отпускайте и не ждите. То есть занимайтесь, вот, правда, другими делами. Вот перед вами говорил человеку тоже, восстанавливайте себя, находите гармонию с собой, переключитесь на другие вещи, не зацикливайтесь. Отпускайте эту ситуацию и все. Я далеко не смотрю, я смотрю в рамках того вопроса, который вы задали, поэтому говорю то, что вот сейчас идет. Ну, вот так. Есть ли еще вопросы? Если нет, то тогда что, до новых встреч. Напоминаю, что у нас ритуал будет. В сторис я уже выложил информацию. Оформлю это как пост, может быть, сегодня там, в течение часа, может, в течение двух. Рано мы не ложимся уже. Вот, как закончим все остальное, тогда займемся постом. Ну вот так. Собственно, всем отдохнуть, всем принимать осознанные решения, которые вас не гробят, а которые вас собирают в кучу, которые вам позволяют быть более цельными, мощными, позитивными. Да? Мы говорим часто о негативе, что вот там
негатив, чтобы не мешал там и так далее, там не хапнуть от кого-то. Но дело в том, что ведь этот кто-то, это такой же человек, как и мы. И он его произвел. Да, вот не будем мы его производить, ну вот и станет его совсем мало. Ну вот так, если только разве кто-то кому-то на ногу наступит, там палец прищемит, и то скажет: милостивый государь, извините. И, конечно, наверное, извинят. Так, Николай. Ну давайте под закат. Николай, вы имеете в виду его ситуация, что по Николаю вообще? У него, его отношение к вам не изменилось. Вы для него, то есть он к вам по-прежнему тянется. Его несколько удручает то, что нет возможности подъехать. Ну вот так. Он работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Будет конфликт на очень. То есть те конфликты, которые были, еще не все это. Но довольно тяжело будет проблемно выходить, в том числе финансово, из этих отношений, которые вот, ну, сейчас, ну, которые угасают объективно, но финансовых проблем будет немало. Притязания довольно серьезные там финансовые, просто он пытается как-то их минимизировать по мере своих возможностей, ну, насколько это получится. Ну, то есть к вам ничего не изменилось. Сами смотрите, я говорю, что к вам его отношение не изменилось. Имеет ли смысл ждать? Это ваше решение. Я не принимаю решений за людей. Я могу посмотреть и все. Вот, пока что... Как было у нас, в общем-то. Да, за сердечки большое спасибо. Ну и все. Теперь, если уже точно все. Мы тут втроем, на троих соображаем. Звездочки есть, значит, звездим. И сердечки. Не знаю, как это слово сказать. Со звездочками понятно, с сердечками, ну... Привносят, значит, на фоне сердечек, да, во благо. Значит, что, тогда все, тогда до новых встреч, тогда, да, тогда, собственно, мы смотрим посты, в течение пары часов я его сделаю, до 15 часов завтрашнего дня можно еще попасть в ритуал. Все теперь, не застягиваем, пока-пока.